Здравствуйте, с вами Время, сэр, игра Сейна Диакин за артефакт. Мы закончили с вами на том, что освободили всех тюремных заключенных, параллельно их всех убив. Хотя, пожалуй, знаете что, хотя, несмотря на то, что я вам не показал весь бой, по-моему, они все убили сами себя. То есть вот эти вот демоны, которых они вызывали, убивали их же, и это был тот еще бред. Мне очень любопытно. Ой-ой-ой-ой. Мне уже совсем не так сильно любопытно. Где вы? Стоп, я же убивал одного из вас. Да какого хрена вы здесь оба стоите? Неизвестно. А! Неизвестно. Что, будешь стрелять? Будешь стрелять? Парень. Я здесь. Стреляй. Кто-нибудь. И какого хрена? Где вы там прячетесь? А, о, у, и. Я понял. Так, мне лучше отойти от вас подальше в таком случае. И продолжать вас бить вот этой вот фигулиной. Она у вас, по-моему, по 40 отнимает. А по 40 это очень даже немалый урон. Ё-моё, а вот еще раз я ее, возможно, даже совсем не смогу сделать. Ну, сколько она? 25? А, не, уже могу, все. Жмакаю. Господи, вы конец сдохнете уже или где? Ай. Ну, серьезно. Сейчас еще по мне выстрелит, будет вообще жесть. А мне еще нужно копить и копить эту мою ману. Извините за мою... Господи. За мой украинский вариант. Я на самом деле не из Украины. Но у меня просто был один диалог с одной девушкой из Украины. Когда я там был в Крыму. Так вот она рассказывала, что да, у них очень часто делают ударение именно на эти буквы. У них она мана. А-а-а. Черт побери. Окей. Вот так вот. Одного убил, а второй вообще куда-то зажался, да? Вообще где-то здесь. Ой-ё. Хана мне. Так, ладно. Я не спасу. А! Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Ё-моё, а! А! Это жесть. А, черт, 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 черт. Я вообще почти что труп совсем. Так, я, пожалуй, эту штуку все-таки положу вот сюда. И ее попробую применить. Правда, она какая-то слишком много все жрет. А может и не слишком. А может непростую. Опа. Фиг тебе. Да. Да. Но погодите-ка, я почему-то слышу... Они снова и снова создаются. Вот в чем смысл-то. Вот где собака зарыта. Мне очень интересно, что будет, если я сделаю вот так? Да, сорокет, так сказать, отнимается отсюда. И более того, он сам выстрелил в эту штуку. Короче, мне нужно загружаться и бить вот эти вот фиговины, другими словами. Итак, хитроумным, я уже хотел сказать хитро другое слово, способом. Я, собственно, таки прорвался, наконец, к ним, уничтожив их создавалки. Но проблема в том, что создавалки — это еще не все мои проблемы. То есть проблема в том, что проблемы остаются. А эти проблемы — вот эти вот твари чертовы, которые стреляются гребаными лазерами. Хотя, кажется, осталась только одна из них. И это не может не радовать. Ну-ка, поляй. Поляй. А, черт! Сейчас я его убью, короче. И я этого урода наконец-то завалил. Правда, потратив совершенно все свои силы. Но все-таки. Ой, интересно, зачем же мне эта штука? И что я открыл теперь? А да ничего я не открыл. Вернее, как сказать, открыть-то открыл, но толку-то вообще никакого. То есть получается, что мне нужно нажать на эту штуку, потом быстро бежать. О. Это может быть, скажем, прямо проблематично. И теперь бегом! Надеюсь, что я сохранился хотя бы там. О, черт. Еле-еле здесь проскользнул, это я понимаю. И, разумеется, здесь я пройти не могу. Хм. Это очень любопытно. В чем же логика, если даже моей скорости не хватает? Хм. Ну, по всей видимости, такой вариант мне не подходит.
я, так сказать, догадывался, но нужно же, так сказать, потыркаться, чтобы разобраться наверняка. Ускорения у меня нет. Вернее, у меня есть ускорение, но оно мне не помогает. Это странно. Серьезно, это странно. Может быть так? Вот так теперь нажать и срочно бежать. А, черт, я же, да. Я же не сделал пробный, так сказать, пробный закос. Ну, теперь с пробным закосом мы сохраняемся. Применяем мое ускорение, жмем. А, черт, я не могу нажать. Потому что он пока что еще не закрылся. Хорошо, теперь, когда у меня проходит эта штука, я применяю свою фигню. Все еще нельзя. Жесть. А, и вот теперь она опустилась. И теперь я уж точно успею, потому что вот мое ускорение, вот я эту... Что? Я опять должен это смотреть? Ё-моё, вот это неправильно, явно неправильно. Давай, беги, Кейн! Каин! Куй! Да, ну, в смысле, парень! Беги! Ну что, я думаю, что я успел. Что-то как-то я не... Получилось! Это было нелегко совсем. Здесь написано «легко», но имеется в виду, знаете, вот эта вот старинная, так сказать, англоязычная фраза. Типа, это было близко. Так сказать, еще чуть-чуть... Только не вы! Как вы меня задолбали. А чёрт! Отстаньте, пожалуйста. Пожалуйста. Взорвись ты уже, ё-моё. Ну, взорвись, наконец. Блин. Вот так я убегу от тебя, ясно тебе. Ха-ха-ха-ха-ха. Интересно, хотя бы один из этих лазеров по мне попал. Наверняка, да. Ну чё, ты не можешь никак взорваться, да? Ну ты, блин, проблематичная тварюга, вот что я тебе скажу. Может, выстрелите кто-нибудь уже в него? О! Ну да, вы применяете то же самое, что и я. Если я применил ускорение... Ё-моё, вы даже как там бьете по этим... Ой-ой-ой-ой! Ага, у меня теперь есть сила, это хорошо. Сейв. Я попробую вас убить. И, наконец-то, после, по-моему... 15 или 10-минутного боя, вернее, бесконечного повторения одного и того же боя, этот бой у меня наконец-то получился, и я, как всегда, победил чертовым отражающим щитом. Ура! Ну, разумеется, здесь я уже был, и, разумеется, я прекрасно понимаю, как пройти к лифту. А разница, так сказать, моих знаний заключается только в том, что теперь у меня есть еще и ключ к этому лифту. Думаю, что здесь я все-таки пройду невидимостью, просто потому что мне лень как-то особенно напрягаться и все это правильным образом оббегать, тем более, что невидимость... Хотя нет, она в целых 3 раза сложнее делается, чем фигово ускорение. Ну что же я могу вам сказать, дорогие друзья, по поводу всего этого боя? Я вот когда дрался, как раз думал, что вот я вам обещал, что это самое, что бой в этой игре далеко не главное. Так я сделал его, похоже, еще более не главным, в том смысле, что совершенно весь его почти что вырезаю. Ну, не весь и не прям-таки это самое, но более-менее. Наверняка, будь это шутер, мне бы не пришлось это делать, потому что у меня был бой просто бесконечный. А здесь хотя бы в основную часть времени все-таки болтают, это мне нравится. Ну что же, я полетел куда-то вниз. Значит, с помощью детей завтрашнего дня Каин все-таки пробирается в лабораторию доктора Айкин еще глубже под землей и хочет расспросить ее про всякие обстоятельства, разные непонятные. Дальше я не успел прочитать. Но, собственно, это не очень-то и важно, он все время рассказывает то, что мы и так уже знаем. Значит, внимание, посторонним вход воспрещен. Что-то там стреляют без предупреждения. Ого, кажется, мне придется все делать самому. Ну, в том смысле, что хорошенько здесь всех расстрелять, похоже, придется. Это именно что зона боя, очень похоже на то. А кто здесь будут мои враги, вопрос. Они известны. О, черт, опять они. Я так ненавижу этих мелких ублюдков. Вы бы знали просто. Так, ну как всегда, ставим отражение. Опа-на! Это новая, ну не то чтобы глава, это новая веха. Это означает, что у меня полностью установлено здоровье и жизнь. Я, кстати, пожалуй, даже сохранюсь здесь.
в новый слот, 12-й слот, который, скорее всего, означает номер этой серии, если я ничего не путаю. И, так сказать, постараемся здесь всех побить. Пока что я не слышу перемещения этих тварей. Вообще странные какие-то синие фиговины. Ну-ка, приближается ли тварь ко мне? Ага! Еще и закрыли за мной двери. Обалдеть. Конечно, зря я оттолкнул эту фигню. Ой-ё, он применил щит, это плохо. То, что он применил щит, для меня означает только одно. Мне этот щит тяжело будет сломать. О, черт! Да! Видимо, пока я вас всех не побью... Блин! Пока я вас всех не побью... Ну, стрелять... Опа! О, черт! Блин. Короче, его щит мне очень тяжело пробить. Да, ха-ха-ха-ха. В общем, это будет один из тех боев, которые я вырежу. Очень похоже на то. Вообще, этот урод по мне никак не стреляет. Что за бред? Похоже, он завис. Это значит, только одно я его убью. Другого не дано. Так, здесь не должно быть производит сыворотку. О, серьезно? Это сыворотка? Огромное количество сыворотки, должен я вам сказать. Неужели этот тоже повис? Нет, он отвис, походу. И я сломал последнего робота, их всего было трое. Это, разумеется, восстанавливает мне полностью жизни. И еще я, кажется, не поднял одну штуковину, которая полностью восстанавливает мне, так сказать, мой рассудок. Или, не знаю, силы моего рассудка. Во! Да, это она. Совершенно прекрасно. Да, все круто. Восстанавливается полностью. Поскольку я не знаю, что мне говорить так долго, пока я буду идти к двери, лучше я ускорюсь и буду у двери прям сразу. По-моему, это идеальный план. Так, Сек. Что, черт побери, находится в этих контейнерах? Ё-моё, это то ли люди, то ли нечто похожее на людей. И более того, это как-то связано с сывороткой? Ё-моё, погодите-ка. Я могу читать мысли этого существа? Похоже, что нет. Могу ли я как-то посмотреть на него? Непонятно, некая тварь, по-моему, даже больше человека, или просто она выше, так сказать, ближе ко мне находится. Эй, нафига я это взял? Как мне здесь пройти? А неизвестно. Мне, похоже, надо бить их. Ё-моё. Да, и они бьют меня тоже лазерами. О, черт, вот эта тварюга! Ё-моё, блин, а... Нет, погодите-ка, я загружусь. Мне таких проблем не надо, спасибо. Ага, значит, ага. Это проблематично, я так думаю. О, черт! Черт! Слушайте, а как его побеждать, если он такой сильный-то, а? Для меня это большой вопрос. Я все думал, откуда взялся этот самый... научный тотем, а походу это их тотем. Этих вот странных тварей. Ага, луч у тебя, соответственно, ничего не отнимает, как я и предполагал. Ага. Это фиговенько. А, черт. Черт, это сложно. Но я все равно попробую тебя побить. Хотя вряд ли у меня это получится. Так. И тебе. Блин, ты все равно в меня попадаешь, что самое жуткое. Ага, одной добил. Замечательно. От нее еще какие-то нолики остались, зашибись. Так, фиг тебе еще раз. И еще раз. Я очень надеюсь тебя добить, наконец-то. Ай, блин, помирай, пожалуйста, помирай. Ух, черт побери, это было нелегко. Так, ладно. Фиг тебе. Черт, мимо все, да? А если я тебя прям так застреляю? О, черт! Я освободил еще кого-то из них. Блин! Я совсем не хотел, чтобы это все было именно так. Откуда ты вообще по мне стреляешь? Где ты? Нехороший человек. Ой, блин. Где хрен попадешь? Борис, хрен попадешь.
Ой, черт! Это очень жесткое место, однозначно. Смотрите-ка, у меня, кажется, получается. Я нашел, так сказать, способ. Он тупой, но тем не менее. Как вы видите, я взял щит, и я забрасываю их вот этими штуковинами. А, но проблема в том, что сейчас я наверняка разбужу кого-нибудь еще, кроме него. Но я рискну. Так, 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 подыхай, 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 подыхай. Молодец. Блин, 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 блин. О! Вот это нехорошо! Вот это совсем нехорошо! У меня причем совсем нет никаких сил! О, черт! Черт, 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 черт! Я даже знаю, куда мне просто необходимо идти, чтобы выжить. Так, 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 черт побери! Фу! По-моему, одного из них больше нет. А может и нет. Нет, по-моему, я вру. По-моему, они все живы. А, нет, вот ты помер. Молодец. Просто надеялся, что это будешь ты, но... Похоже, не может такого быть. Блин, сдохнешь ты уже. Ура! Фу. Слушайте, у меня сил совсем никаких не осталось. Могу ли я сейчас теперь куда-нибудь пройти в какое-нибудь новое место, в котором мне пополнят мои силы? А походу нет. И это нехорошо. Я не смогу даже ударить достаточное количество раз. Мне придется загружаться, походу. Ну, значит так, еще один факт, который я заметил. По-моему, им совершенно не подходит для их атаки кинжалы, потому что кинжалы бьют в разные стороны, а эти твари стоят на одном месте, поэтому им вполне достаточно чертовых звезд, вот что я вам скажу. По-моему, я был абсолютно прав. Только что. Так, ты, по-моему, пустишь меня дальше, не правда ли? Да, ты пустишь меня дальше. Молодчина! Только, пожалуйста, сдохни! Большое спасибо заранее, так сказать. Выпустил ли я еще кого-нибудь случайно? Надеюсь, что нет. Так, а теперь большой вопрос, кого бить дальше. Поэтому уж я сохранюсь перед тем, как кого-то бить дальше. Фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе! Ты зайдешь, сатана! Звезды мои! Тебе не чета! Не того бил все-таки. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Кстати, да, это же видно, кого я бью, того или не того, прям сразу же после того, как я его открываю. Так, теперь мы тебя откроем, интересно. Да, тебя действительно надо было убить, но не сразу. Надеюсь, что мне хватит маны на всех! Черт побери. Черт побери. Да, фу, ура. Жизни... И последняя тварюга. Я думаю, что у меня получится с ним разобраться, кем бы вы, черт побери, ни были. О, черт побери. Да, фу, все. Все. Как бы вы ни подпитывали... Блин, вообще, что это такое? Неужели они действительно делают некоторых мутантов, которые прямо подпитывают всю эту систему? Это очень жестко, если это так. Я сохранюсь. Потому что я прошел. О, и мне звонок. Замечательно. Это Кай. Эй, все ли в порядке? Ну, если ты думаешь... если ты имеешь в виду не генетических мутантов с пси-способностями, то тогда да, все хорошо. Такой, ого, как будто тут происходят просто даже очень странные вещи. Это действительно факт. О, ты себе даже не представляешь, насколько странные. Ну, да, это, кстати, мне напомнило. Я нашла план здания. Постараюсь найти план побега на всякий случай, действительно. Хорошо, лучше продолжать. Я буду пока что продолжать поиски Айкин. Давайте поговорим позже, все зашибись. Так, ну, я наконец-то могу, так сказать, продолжать. То есть я теоретически могу эту штуку взять, но хочу ли я ее взять? Да вообще, наверное, хочу, почему бы и нет. Тем более, что она, по-моему, мне почти что ничего не восстановила, если я ничего не путаю. Совсем мало восстановила, 50, что ли. Продолжаем путь. Так, это просто не могут быть человеческие мозги. Что она здесь делает? Обалдеть. Мега безумных размеров мозги. Ё-моё. Мутанты, мозги огромнейших размеров. Это же просто безумие. Я помню еще даже что? А ну стоять или типа того? А, он меня заметил. И разумеется, быстрая загрузка. Что же еще?
Но только я не понимаю, как мне обойти этого парня, если я его даже не видел. Да, это не могут быть человеческие мозги. Сейф. Даже если я становлюсь невидимым, он же меня замечает, да? Кем бы он ни был и где бы он ни был. А где он и кто он? Большой вопрос. Ага. 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 То есть здесь огне опасно, а здесь стоит народ. У меня, так сказать, сразу должна быть какая-то идея, но я пока не знаю, какая. Такая, у меня есть идея, да, но на самом деле у меня нет идеи. Огне опасно. Так, сейф. Дыщ. Дыщ. О. И что произойдет? Вы побежите сюда или отсюда? Что это было? Давай посмотрим. Идиоты. Я стою совсем рядом, поэтому мне нужно срочно сваливать. Так, они прошли туда, а я прошел сюда. Вот и черта с пистолетом, как болван. Так, блин, не сюда, наверное. Нет, не сюда! А, вот здесь двери открываются. Фу, ё-моё. Так, ладно, пока что пяльтесь туда. Кстати, очень красиво открываются двери. Если бы в шутере такое было бы... Ух ты ж, ё-моё, Айкен, неужели ты еще и босс? Я так понял, что да. Это будет хреново. Доктор Айкен, кажется, вы были заняты в последнее время. Кайн, почему это я не удивлена, увидев тебя здесь? Ты всегда был один из моих самых сильных. Эй, давайте прекратим эту дурацкую светскую беседу. Я знаю все про Бобби, я знаю про сыворотку высшего качества. Я знаю относительно твоих планов создать версию для взрослых. Ой, серьезно? Это я, почему же ты здесь? Так я хочу артефакт, который ты, какой-то хрен и Трой, нашли на месте раскопок. Где он? Очень жаль тебя разочаровать, тебя, Кейн, но у меня его нет. И не было уже много лет. Так, погоди, ты мне лжешь. Дети рассказали мне, что ты знаешь, где он. Профессор Крепстоун давно забрал его. Я не видела ни его, ни артефакт с тех пор. Думаю, что он все еще у него. Скажи мне, Айкен, почему ты все это делаешь? А разве ты не видишь, как все это неправильно? Ой, я раскрыла полный потенциал человеческого мозга, помогла создать суть совершенного общества. Величайшие учителя, ученые и политические деятели мира, все здесь, в этом здании. Ты должен быть мне благодарен. Ой, благодарен? Да вы повернули мир огромным испытанием, которых он не заслужил. Смотрите, что вы создали. Я не вижу ни лидеров, я вижу мутантов, я вижу телепатов и преступников. Совершенное общество. В общем, никакое это не совершенное общество, а больные создания занимают мир силой. Действительно, кто их остановит? Ты, Каин, ты, DNPC, имеете силу, чтобы отойти от прежних ошибок и очистить путь для детей завтрашнего дня. Желаешь, чтобы мы расчищали весь этот беспорядок, который ты создала? Ё-моё! В общем, короче, Айкен, пошли со мной в штаб. А я так не думаю. Я уже оповестил службу безопасности, и они будут здесь через минуту. А за это время я хочу показать тебе мое новое изобретение. Я называю его слепком мозга. Оно позволяет мне использовать силу пси-талантов человеческого мозга. Вау. Сейчас я стою в главном что-то компоненте слепка мозга. Давайте я покажу, что было, в общем, насчет Присцилла Дивайн. Ну, ё-моё, сейчас она покажет мне силу Присцилла Дивайн. А я на самом деле совершенно не хочу ее увидеть, эту самую силу Присцилла Дивайн. Более того, я лучше всего сохранюсь нафиг. Вот сюда. Да. Окей, на всякий случай, у меня есть дополнительный сейф. И теперь я постараюсь их всех убить. Только с помощью чего, большой вопрос? Вообще, в действительности, мне лучше всего настроить новые таланты. Очень надеюсь, что они там сейчас не убивают, пока я настраиваю таланты. Кажется, нет. Фу. Так, ну-ка. Черт, я же не это имел в виду. Вот что я имел в виду. Вот. Фиг тебе. Вы когда-нибудь видели такую силу, черт побери, Присцилла Дивайн? Ха-ха-ха. Не смешите мои тапочки. У меня есть сверхлуч лазерный. Все вы уничтожены. Присцилла Дивайн померла. Что ты теперь мне дашь?
наверняка еще более мощный мозг. Не правда ли? А-а-а! Ё-моё. Не пойму. А-а-а, то есть мне нужно теперь атаковать сам мозг? Нет? Или что? Или где? Или как? Чё-то я не врубаюсь. Серьезно. В чем суть этого босса, ё-моё? Ай-яй-яй-яй, опять перерасходовал свои силы. Это нехорошо. Ладно, очень странно и непонятно на самом деле. Что же я должен сделать? Все еще пристрел Дивайн. Ну вот, я опять их всех убил, и что теперь? Серьезно. А, теперь он открыт, мозг. Ё-моё. Вот это бредятина. А, ну погодите, здесь что, до бесконечности? А, ну возможно не до бесконечности, а каждый раз, когда я побиваю этих тварей, появляется сила. Это, кстати, очень здорово. Прекрасная возможность использовать лазер. Вау, я застрял. Это плохо. Это очень плохо. Фу, живой. Отлично. Экономит прилично. Фиг тебе. Ты скоро сдохнешь совсем. Ха-ха-ха. Теперь мозг. Получай мозг. Получай еще немножко. Еще немножко получай. Мозг, да ты охренел. Серьезно, мозг. Ты, блин, должен следить за собой. Да, слушайте, это походу надолго. Это весело. Да, все. Мозг прицела Дивайн был абсолютно уничтожен. Что ты мне дашь? Следующий мозг или нет? Ой, очень впечатляет. Ты стал намного сильнее и исправил свое самообладание. Я, блин, практиковался, понятное дело. Что ты теперь сделаешь? А, стоп, она выходит? Вау. Возможно, ты будешь таким же, как и твой брат Авель. Ты имеешь в виду моего... как это сказать, названного брата. Нет, Кай, он твой настоящий брат. Какого черта ты говоришь? Вы, кстати, вот я вот помните, я говорил насчет спойлера, насчет Авеля и Кайна. Я как раз говорил об этом. Я все-таки не стал вам говорить этот спойлер, я все-таки решил вам это сказать, когда это все произойдет. Вот это сейчас происходит. Я этого никогда не понимал. Что за бред? Все говорят, что они братья, этот тоже говорит, что это братья, и тот говорит, не-не-не, он мне не брат. И тут вдруг... О, ужас! Они все-таки братья! Вот я никогда не понимал этот момент, что за бред. Ой, действительно, о чем ты говоришь? Авель, твой генетический брат. О, ты уже не помнишь? Или ты просто решил это забыть? О, да невозможно. Моя приемная мама рассказывала нам, что настоящая мать умерла при родах. Ой, ну действительно, Кайн, твоя мать работала на меня. Ты и Авель, мои величайшие научные достижения. Первые генетически сконструированные пси-существа. Да это все ложь. Я убью тебя за то, что ты сделала. Что за хрень? Мететь? Что, нужно стрелять по Айкин? Это же бред. А! Айкин, ты долбанулся. Какой нахрен клон? Это не ты, да? А это тоже не ты. А это ты, значит. Но соответственно, эта штука, собственно, никак на тебя не влияет. Я понимаю. Хорошо. Это тоже не ты. Зашибись. А где же ты? Вот это ты. Нет? Да? Понемножечку я ее все-таки бью, но совсем уж понемножечку. Блин, я как-нибудь пробью этот чертов щит или нет? Тупой научный щит, чтоб тебя. Так, ладно. Мне, пожалуй, все-таки нужно оружие посильнее. Вот так. Ну что же, Айкин, получай. Получай еще немного. И как можно больше, черт возьми, получай. Я уверен, что я со временем ее добью, наконец, но... Я не знаю, сколько у нее жизней. Ё-моё! Она наделала чертовых роботов! Ё-моё! Это очень-очень опасно. Ё-моё. Отстань! Серьезно, красная тварь, уйди! О, она рванула, но кажется, меня все-таки не зацепило. Это очень хорошо. Так, фиг тебе, Айкин. Я знаю, ты не убежишь от этих фиковых кинжалчиков.
потому что эти фиговые кинжальчики, блин, стреляют во все стороны. Ура, ну наконец-то. Что, собственно, произошло? А, открылась дверь. И что теперь? И еще одна дверь открылась. Такой, остановите его! Ё-моё, это плохо. Надо бежать, не правда ли? А, он сам убежит, мне даже... Мы еще не закончили, Айкен. Он, блин, прям взбунтовался, хренов Кейн. Хорошо, что она сама его атаковала, иначе было бы совсем плохо. Угу, я могу совершенно спокойно уйти, да? А, ну разумеется, заперто, потому что я еще не набрал... Погодите. Я понимаю, что здесь куча клевых талантов, но... А, стоп, это кнопки, что ли? Ого! Ого! Это же просто великолепно. Теперь у меня будет... Ну-ка, давайте посмотрим, что у меня теперь будет. Я понимаю, вот это вот какое-то двойное решение, погодите. Возможно, та сетка, которую они на меня наводили. Также прицелы Дивайн, одну штучку. Что это у нас такое? А, месть мумии. Это, кстати, замечательная штука, которая отнимает совсем мало маны. Это замечательно. А это что такое? Клон. Ну, тот самый клон. Кстати, заметьте, я так и не поднял чертов тот талант, который там лежал. Но я не знаю, как его поднять. Но, собственно, нафиг он нужен, с другой стороны. Так, и еще один новый талантик, что он нам дает. Сломать щит. Вау, вот это очень прикольная вещь. Я думаю, что я ее буду пользоваться потом. Ну вот и все. Я готов выходить в действительности. Я, собственно, это сейчас и сделаю. Но также я хочу сказать одну вещь, пока помню. Я на Википедии читал, что вроде бы как даже все таланты сразу открыть невозможно. И что их нужно как-то там еще... В какие-то диски они как бы входили и что-то еще. Yeah. Да? Кайн, что происходит? Ну, до... Погодите. А Айкин привела в готовность ОМОН. Так что я должен быстро уходить. Okay. Так, let's ладно. Сейчас... Погодите, положу перед собой план. Где ты? Я точно не уверен. Я был в главном офисе Айкин. Я открыл маленькую дверь, которая стояла, собственно, напротив главного выхода. Хорошо, стой, сейчас найду это на плане. Да, поторопись, у нас мало времени. Ты сейчас в длинном коридоре, не правда ли? Ну да. Отлично, кажется, я нашла что нужно. Если ты поищешь по коридору, в котором ты сейчас, значит, сначала будет перекресток. Когда дойдешь до него, поверни направо. Право. Дойдешь до другого перекрестка, там пойдешь прямо. Потом пойдешь к последнему перекрестку, где повернешь налево. И этот путь должен вывести тебя к автостоянке. Хорошо, я думаю, что я готов. Значит, будь аккуратен, позвоню через пару минут. Зашибись. Значит, мы должны сначала повернуть направо, потом пройти прямо, потом повернуть налево. Зашибись. Перекрестки какие-то. Я очень надеюсь, что там не будет никаких врагов. Ха. Ну-ка, я сохранился, а что будет, если я поверну сначала налево? Да ничего не будет. Хотя, может, что-то будет, а? Понятно. Там как раз-таки это самое, как его, солдатики нас преследуют. Ну, зашибись, что я могу сказать. Солдатики делают такое. То их видишь, а то их нету. Значит, сначала направо, потом прямо, а потом налево. Эй, какого черта? Да, Кайн, выбрался. Я так думаю. Эй, благодарю за то, что вытащил меня. Да ладно, неважно. На стоянке должна ждать машина. Отлично. Так что же ты узнал от Айкин? Ну, не так уж много, как я хотел бы. Она сказала, что артефакт может быть у профессора Крипспауна. Но она не знает, где он. А также она сказала мне, что Авель и является моим генетическим братом. Да ничего себе! Ты ведь не веришь, не правда ли? Ну, я даже не знаю. Возможно, это и так. Все так, блин, запутано. Если не возражаешь, я не хочу говорить об этом сейчас. Ну, я понимаю. У меня для тебя хорошие новости. Я обнаружил профессора Крипспауна. Че так сразу? Ничего себе, и где это он? А он изменил свое имя на Томас какой-то там. И сейчас преподает археологию в университете Пэрис? То есть в Париже или нет? Хорошо, я думаю, что нанесу ему визит. Да, я думал, что ты это скажешь. Ну, в таком случае иди, и в таком случае мы тебя прям туда же и довезем. О, замечательно, я поговорю с тобой позже. Вот такая вот фигулина.
Интересно, я все еще должен поворачивать налево? Я думаю, да. Возможно, они думали меня запутать, что я не запомню, что мне надо налево, но я запомню, что мне надо налево. Еще чего. Ни за что меня не запутаете. Значит, убежав из лаборатории доктора Айкин, Каин узнал, что профессор Крипспаун, собственно, и владеет артефактом. Каин теперь едет, собственно, в университет Парис, и там он Крипспауна подделает, типа того. Вот она машина DNPC. Подъезжает сразу, прям-таки не скажешь куда. Но вот это вот дом профессора Крипспауна. Университет Прайс. А, так это Прайс, не Пэрис, а Прайс. Крипспаун имел... Что, имел больше ответов, чем дала Айкин? То есть, в общем, надеюсь, что Крипспаун скажет побольше, чем Айкин. Типа того. О, это жуткое место. Я почему-то, когда сюда прихожу, я сразу вспоминаю книги Лавкрафта. Серьезно, он мне во многом напоминает его. О, кстати, музыка здесь убойная. Я вспомнил, какая здесь музыка. Точно. Вы уже, наверное, слышите, правда, за моим голосом фиг разберешь. Да. Нас ждет новая глава. Она абсолютно убийственная, я вам не расскажу, что в ней. Но это будет очень клево. Это был Фреймистер. Bye.